Привет, с вами Юлия Клауд, и мы находимся на выставке Vape Expo в Москве. С каждой неделей, месяцем, да даже днем появляется все больше оригинальных мехмодов из Америки в России, и появляется все больше дистрибьюторов этих оригинальных механических модов. Как раз сейчас мы поговорим с Георгием из вейп-шопа VapeZilla, которые первыми в России завезли продукцию компании VidLife и CompLife. Привет, Георгий. Привет. Расскажи вообще, вы как начали, ну и сейчас являетесь вейп-шопом. Да, мы были вейп-шопом, и сейчас, собственно, вейп-шоп. Насколько было сложно, в принципе, договориться с американцами, ну, с VidLife и с CompLife об эксклюзивных поставках? Ну, скажу так, стоило просто доказать им, что есть нормальные русские и наше большинство, и что, в принципе, с русскими работать хорошо, прибыльно и все довольны. Этого хватило. Слушай, а вот лимитированные там, допустим, версии, которые они делают, там того же таймкипера отдельные, да, у вас, то есть, не, ну, полный модельный ряд сейчас их представлен или нет? Да, мы будем привозить все, просто в данный момент мы в торопях собирались к выставке и, собственно, заказ сделали и привезли все за 2 недели. Мы этот стенд арендовали неделю назад, поэтому у нас все жестко в торопях было, и поэтому мы не успели просто ничего из лимиток забрать себе. А так в будущем, в середине июля ждем гайеры. Лимитированные цвета и все, что с этим. Гайра, если я не ошибаюсь, это который такой... Завернутый. Да, завернутый. А для людей, наверное, которые не особо разбираются в механических модах или просто интересуются, расскажи вообще про VidLife, про CompLife, про их цены и фишку, может быть. Ну, скажем так, а VidLife — это компания... Ну, раньше существовала компания Amira Vape, которая создала первый Манхэттен, который был первым competition модом, первым жарящим модом из всех механических. То есть фактически они придумали механические моды. Ну и затем они разделились на компании VidLife и Continuous Current, и вот теперь мы дистрибьютируем VidLife, который отличается качеством, функционалом, он жарит, он функционален, все очень продумано, и плюс он сделан из хороших материалов. Сильно ли отличаются цены у вас от тех, которые представлены на их сайте? Они не отличаются вообще. В $3 у нас разница на мод. То есть прям в точь-в-точь по курсу. То есть если заказывать у них на сайте и везти в Россию, это выйдет дороже, чем купить у нас в магазине. Это здорово. А в среднем такие вот цены от минимума до максимума, скажем так, из самого такого entry-level до вот прям топового, что у вас сейчас есть? Самый дешевый — это Able латунный, он стоит 16 500. И самый дорогой Able, вот как у меня, алюминиевый, 19 000, лимитированная версия черная. Дрипки, соответственно, тоже и competition базы, и да, кэпы. Только competition базы делает не VidLife, а CompLife. От CompLife, я имею в виду. Да, от CompLife. И, соответственно, дрипки, базы, все тоже это есть. Планируете ли в будущем тоже сотрудничать с какими-то другими американскими производителями? Я думаю, что, скорее всего, мы остановимся на VidLife и CompLife. То есть пока ограничитесь, да? Как ты вообще считаешь, вот сейчас идет такой бум на эти механические моды, в будущем он будет продолжаться именно на оригинал, на Америку? Сложно сказать. Я думаю, он все равно останется в какой-то мере, но я думаю, не настолько сильно, как сейчас. Ну, я думаю, время покажет, в любом случае. Спасибо, Георгий. С нами был Георгий из вейп-шопа VapeZilla, которые стали эксклюзивным дистрибьютором VidLife и CompLife. Мы в Юля Клауд на выставке Vape Expo в Москве. Как и всегда, подписывайтесь на нас во всех соцсетях, следите за нами и до новых встреч!